Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Сарафан ТВ. Ксения Собчак, несмотря на свою тотальную занятость, все свободное время уделяет сыну Платону. Она занимается с ним иностранным языком, плаванием и развивающими играми. Сегодня телеведущая опубликовала пост, где рассказала, как Платон обучается различать овощи и фрукты. Однако многих заинтересовала не ранняя развитость мальчика, а его внешность. Многие комментаторы отметили, что Платон невероятно похож на отца Ксении, Анатолия Собчака. Даже Алла Пугачева не выдержала и прокомментировала пост. «Вылитый дедушка, царство ему небесное», – написала Алла Борисовна. А как вы считаете, на кого похож мальчик? Пишите в комментариях. И если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Всего доброго!